Анна, я нахожу состояние аффекта, полная невменяемость. Это не ты закупающимся девкам подглядывал, а они зато вывалили тебя голову в крапиве. За мельницей? Да. А где две вербы и обрыв? Да. Нет, не я. Только где мамаш без гостинца? Я ведь думал, что вы умерли. Надеюсь, теперь вам, товарищи, ясно, что и свинь не бывает прекрасно. Ты что это так тщательно бреешься? Уж не влюбился ли? Подозрение еще не доказательство. У меня сегодня консультация.